Всем здравствуйте! Сейчас вы видите на экране ролик, который я снял и опубликовал в ноябре 2019 года, то есть 2 года тому назад. На этом видео я вам показываю, как пересаживаю черешню на постоянное место роста. Причем здесь есть особенность. Я пересаживал черешню, привитую в тот же год. Вам сейчас объясню, что я имею в виду. Вот смотрите, у меня здесь подвои, некондиционные, такие невзрачные. Это вишня антипка, то есть подвой для прививки черешни. В этом году я на этом подвое привил черешню методом окулировки. Вот почка одна, вот вторая, я не знаю, видно вам или нет, и вот третья почка привитая. Обычно вот такие вот саженцы зимуют, потом весной над почкой верхней какой-то срезают подвой, из почки одной, двух или, как в моем случае, трех, выбирают самый сильный побег, его оставляют и выращивают саженец. И потом уже осенью пересаживают или продают. Я, так как выращивал для себя, я сделал по-другому. Привил летом 2019 года черешню. И осенью уже того же 2019 года пересадил. Многие написали тогда мне, что в социальных сетях особенно, что это неправильно, нужно ждать. Это правильно. Можно так делать, если для себя. То есть в 2019 году я вот так вот сажал этот подвой. Он у меня ушел в зиму, я с ним ничего не делал. Весной, показываю уже на примере вот этого саженца, я над верхней почкой, например, вот там было 2 прививки. Я срезал над почкой верхний подвой, и целое лето у меня саженец рос, и вот так он выглядел по состоянию на весну 2020 года, то есть буквально несколько месяцев тому назад. 2 почки проснулись, 2 почки дали побеги, я один побег удалил, один оставил, причем он был такой длинной удочкой. И вот так я вот эту удочку обрезал. Для чего я обрезал? Я хотел добиться роста боковых веток. Сейчас покажу, что у меня в конечном результате получилось через сезон. Итак, перед вами место обрезки секатором, сделанное этой весной. Сделанное для того, чтобы спровоцировать рост боковых веток. Видите, срез уже по чуть-чуть начинает зарастать. На следующий сезон, думаю, здесь уже ничего не будет. Ну, а теперь покажу, опять же, как обещал, что у меня получилось в конечном результате. Вот подвой. Это обрезанный побег. Тоже зарастает, видите. Это уже штамп. И вот все, что появилось на этом дереве, выросло за этот сезон. Правда, это дерево пошло немножко нестандартным путем. Сначала проснулась одна почка и дала очень большой сильный побег. Потом проснулась вот эта почка, дала побег. Потом были вот эти. Вот здесь, видите, проснулась. Вот эта проснулась. И в конечном результате получилось вот такое вот дерево. Чего я добивался? То есть, какую цель ставил, того и добился. Правда? Понимаете, вот нет одинаковых людей, по сути, да, а также нет одинаковых деревьев. Вот это дерево пошло немножко другим путем. Видите, вот этот вот побег, это молодой, в этом году он вырос, но он очень большой. В сравнении с этим, это тоже в этом году выросло, и это выросло. Вот этот очень толстый, он уже даже сравнился по толщине с этим вот штамбом практически. То есть он у меня очень сильный. Теперь у меня стоит задача, что делать дальше с этим деревом весной. Но это будет весной. Дерево уйдет в зиму, я обрезать не буду. Скорее всего, я буду предпринимать попытки, чтобы сделать замедление роста этого побега. Скорее всего, я буду переводить этот побег на боковые ветки. То есть я его срежу где-то примерно вот так. Вся сила роста пойдет сюда, 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 сюда. Эту ветку удалю. И эти будут тоже как бы больше
получать питательных веществ, возможно, они уже сравняются по толщине с этой веткой. Но это как бы все на дальнюю перспективу. То есть, что я хочу сказать этим видео? Два момента важных. Даже три, давайте так. Начну сначала с посадки вот этого дерева. Я сажаю деревья и не копаю больших лунок. То есть я не копаю там метр на метр ширина, длина и глубина метр. То есть это не нужно. Особенно в нашей земле, украинская земля плодородная, то есть никаких камней, ничего нет. Я копаю именно под корневую систему. Сколько корневая система, столько и копаю. Вот эту черешню также посадил в небольшую лунку. Вот видео посадки, видите, ямка довольно небольшая, компактная. Несмотря на это, видите, дерево растет, второй сезон показывает стремительный рост. То есть корневая система разрастается и дает питательные вещества, все растет. Это первый момент, не нужно копать этих больших ям. Второй момент, деревья можно пересаживать в год прививки. То есть сделали окулировку и пересадили в тот же год дерево. Как видите, оно прекрасно растет, второй сезон показывает, вот смотрите, это выросло за один сезон. Это просто высший класс. Вот это, смотрите. Отлично. Все здесь классно. То есть просто поработать весной, правильно подумать хорошо, сделать обрезку, дерево, черешня прекрасно себя чувствует, прекрасно растет. Хорошая черешня, кстати. И третий момент. Вот, опять же, видео весны этого года. Видите, какая удочка длинная такая, в мой рост. Если бы я дерево не обрезал, большая вероятность того, что на самом верху началось бы разветвление, появились бы боковые ветки, и у меня было бы какое дерево? С большим очень штамбом, и где-то вот там первые ветки. А так у меня первые ветки сейчас где-то, ну вот, так я вам покажу. Вот у меня колено. Это уровень колена. На высоте 10 сантиметров, выше колена первая ветка, потом опять 10 сантиметров вторая ветка, сантиметров 6-7 третья ветка, вот здесь опять ветка и вот здесь ветка. То есть все идеально, так как я хотел что-то похожее на чашу чуть-чуть, то есть не центральный проводник большой и боковой веткой, так как я хотел, так я и сделал. То есть если вам нужно формировать, не бойтесь обрезать и режьте дерево весной, не на зиму, а весной, и все будет у вас хорошо. Собственно, вот такое вот видео. Опять же, я своими роликами показываю всегда хронологию. То есть я не беру какое-то дерево, рассказываю, там я его когда-то посадил. То есть я все доказываю. Видите, вся история развития этого дерева у меня есть на канале. Кому интересно, я ссылки дам внизу в описании к этому ролику. Будет ссылки на видео, как я пересаживаю это дерево, и ссылка на то, как я обрезаю черешню. Ну, вот такой вот ролик на сегодня. Это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.